ощущение батутного парка Джам. Мы всегда заботимся о безопасности, и наша последняя новинка — Жора пошел. Это такая вот подушка приземления на основании поролоновой ямы. Пришлось нам все вычистить. В очередной раз что показать. Вот так у меня шелупипалку. Да. Все, сейчас происходит накачка этой подушки. Это несдуваемый буфер безопасности в поролоновую яму. Ага. Несдуваемый буфер безопасности в поролоновую яму. Сверху засыпаются кубики, и при приземлении через кубики не пробивается пол. Еще раз повторюсь, мы заботимся о безопасности наших посетителей и стремимся быть тренде. Так что накачка практически завершена. Жора, давай, и оп! В общем, подушка практически надута, можно на нее даже прыгнуть, спуститься. Она как раз позволяет компенсировать прыжок. Неважно, это или батута, или трампа высокая, вот с этой можно прыгать. То есть достаточно мягкое основание.